В России курортный сбор составил 362 миллиона рублей. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что в России курортный сбор за 2019 год составил 362 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство «Москва». Все данные были озвучены на пресс-конференции, которая была посвящена результатам деятельности профильного комитета. Отметим, что в прошлом году сборы достигли 313 миллионов рублей. По словам Михаила Дегтярева, средства пошли на развитие туристической инфраструктуры через муниципалитеты, чтобы развивать инфраструктуру за счет туристов, а не государства. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!